Вот приехали на клубничное поле в этом году. Поле большое, которое были раньше, прошлогодние. Там убрали уже, посеяли пшеницу. Ну а здесь вот в другом месте собираем. Вон Настюша нашла какую. Клубники. Клубника есть, но очень много переспевшей. Переспевшей, много недоспевшей и очень много гнилой. Ну вот, ну, Нина вон уже шмат нашла. Ну, я тоже мало совсем пока. Ну пойдем, может. О, Настя какая крупненькая. О. Пойдем дальше. Может, дальше с детишками своими прогуляться. Да, клубнички пособирать. Малой уже убежал вперед, кричит. Я пойду самую большую клубнику собирать. Ну, посмотрим, что она собирает. Вон они дальше. Ну, что, Настя? О. О, Настя, какие большие. А гнилые молодец. Тоже еще. Садивай, ну, Настя. Ты смотри, какие хорошие, хорошие. Ну вот, пройдемся, пособираем. Посмотрим, что у нас получится в этом. Раньше мы много собирали клубники. Сегодня чисто немного насобираем. Варенье не хотим в этом году варить. Потому что прошлый год варили много, еще осталось. И будем просто заморозим, будем размораживать и кушать понемножку. Компоты варить, всякое такое. Ну, вот как-то так. Насобираем. Что соберем, покажу вам обязательно. Крутится. Ну, пусть это будет воздушный шар. А клубничку кто, ты говоришь, тебе сорвал? Лома, да? А ну, покажи-ка. О, ух ты какая. Ну, кушай ее. Ага, кушай. Что там? Ветряки там точно крутятся. Что, видно там? В телефоне не видно или видно? Маленькие они в телефоне, да? Ну ладно, пойдем дальше клубничку собирать, да? Вот, закончили мы. Клубника что собрали. Вот эта дочь собрала с Настей. И мы, сын, у него внук. И мы с Ниной вот набрали где-то 4 килограмма, заплатили 14 евро, 3,50 получилось килограмм. Но заморозим, наверное. Вот как-то так хорошо все у нас получилось. Дочь еще наша купила. А, ну да, по 50 центов они? Да, один горшочек 50 Хорошие центов. Хорошие цветочки посадить. Ну вот, на этом мы закончим. А главное, провели время вместе с детьми хорошо. Да. Вот это нам тоже... Всем пока, всем всего всем самого доброго. И всем здоровья. И здоровья. До свидания. Давай,